что вы решили насчет покупки? Чего? Ну да, 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 давай. Только, значит, так. 200% того, что не будет никакой утечки информации. Само собой. Все. Присаживайтесь, я сейчас приду. Здрасте, вот и я. Но ненадолго, у меня клиент. Значит так, смотрите. Вы должны компании мобильной связи 8000 рублей с копейками. Надо бы оплатить. А, вы из мобильных линий. Держитесь. Сейчас я вам скажу все, что я о вас думаю. Девушка, вы, наверное, меня неправильно поняли. Я из коллекторского агентства. Из чего? Чижов Александр Викторович. А, я поняла. В общем, я платить ничего не буду. Почему? Денег нет. Почему? Деньги есть. Ко мне очередь стоит. Я не буду платить, потому что они хотели меня обмануть. И мне это не нравится. Хотите, расскажу? Если честно, нет. Я пойду, наверное. Я купила у них телефон и подключила мобильный интернет. Там еще навигатор. Я спросила, он входит в мобильный интернет? И они сказали да. Я сказала, ну ладно. Потом месяц я езжу с этим навигатором. Он жутко тормозит. Если честно, девушка, я извиняюсь. Я и в конце месяца они мне выставляют счет 3000. Оказывается, что навигатор – это отдельная услуга. Загрузки карты, все такое. И девушка, которая сказала, что входит, уже говорит, что она этого не говорила. Ну да, понятное дело. Обычная разводилова. Но, девушка, ну, надо же читать договор. Ну. Да? Что сказано в вашем, в этой бумажечке? Маленькими буквами внизу. Вот. Видите, не знаете. То же самое было и со мной. Я предложила им заплатить половину, но они отказались. Я сказала, чао, бомбинус, и ушла. А потом 3000 превратилось в 5, в 6, и теперь ко мне приходят коллекторы. Ну, пока один. Ну и что мы теперь с вами будем делать? Я? Ничего. Вы можете ваши бумажки нести в суд. Я им все скажу то же самое, и правда будет на моей стороне. Меня ждет клиент. За начало нашего совместного плодотворного сотрудничества. За стакан. Ну да, за нее родила. Кстати, я предлагаю нам с вами создать еще совместное предприятие по логистике, ну, по снабжению. Ну, чтобы не втробех было. Ну, вы же генеральный подрядчик. Вы занимаетесь обеспечением, а я потом по счетам оплачу. Ну, в принципе...